Привет, друзья, с вами Рашна Ринзука. Мы продолжаем прохождение Аркад Ладдера в игре Mortal Kombat. Итак, в этот раз я решил выбрать Сайрекса. Это очень много было комментариев под предыдущим видео с просьбой пройти за него. Я практически никогда не играл за этого персонажа, только, может, когда проходил сюжетку. Никогда особо не любил его. Но пришло время попробовать его освоить. И сразу же нам Кратоса подсовывают. Вот гады. Что-то у него все искрит, я не пойму. Что с ним за проблема? Кратос, как всегда, не в духе. Так, сетка. Немножечко это как-то называется хрень. Фреза, короче. Не дадим Кратосу ничего сделать плохого. Ах, то так. На тебе тогда. Получай. Готов. Ну что ж, в этот раз ты будешь злее, нет? Ух ты! Вот эта телепортация, это вечная проблема у меня. Никто не хочет нормально как бы это... реагировать на нее. Ну чё, чё? О, есть! Молодца, Кратос! С детства был брутален. Не то, что остальные участники. Итак, Кабал! Уже не первый раз мы чистим ему морду. Точнее, его противогаз. Safety's disabled. Combat mode engaged. Let's see what you're made of. Давай посмотрим, из чего ты сделал. А ты не знаешь, из чего он сделал? Из костей и черного масла. Ой, чуть-чуть-чуть. Получи, получи. Все блокируют этот удар. Я хочу его сделать. Вот на тебе, блин. Отлично. Готов, кабалка. Раунд 2. Файт! Кстати, я почти не использую цепи. Надо это иногда делать. Его X-Ray только делается в прыжке противника. Или когда, например, противник в сети находится, да? Ать! Ать! Ты чё творишь, блин? Да, кабал непрост. Давай, подходи. Ну-ну-ну, опа. Ах ты. Ух ты. Нет, этот никак удар не пол... не получается сделать. Адер, вот очень сложно ловить противника в воздухе. Так, стоп. Я сейчас ему дам люлей. Лучше желательно мне посмотреть все-таки, как фаталити делается.
вперед-вниз, вперед-назад треугольник. Вперед-вниз, вперед-назад треугольник. Вперед-вниз, вперед-назад треугольник. Надеюсь, получится. Да что ты, блин? Может, сейчас еще меня заделает. Вперед-вниз, вперед-назад треугольник. Что такое? Вперед-вниз, вперед-назад треугольник. Вплотную. Не получилось, блин. Вот гаденыш кабал. Лью! Когда же в Mortal Kombat появится вместо Лью Илья Муромец, который всем начнет вставлять люлей? Кстати, вообще, во многих играх присутствуют русские персонажи, бойцы, а тут что-то я не замечал. Нужно бы это исправлять уже, пора. Тем более, насколько игра популярна в России. Получи по черепухе. Ух ты. Вот тут есть. Ну, хотя у него жизни мало осталось, но хотя бы вот тут в воздухе подловил. Это все-таки, мне кажется, самый сложный X-Ray, потому что... Если противник прыгать не захочет, то что делать? Да. Давай, давай, давай. Ой, не так-то просто оказался. Ты чё, ты чё, ты чё? Успокойся, Люкан! Так, вперед, вниз, вперед, назад, треугольник. Ну, наконец-то! Что он с моим глазом-то сделал, кстати? Cyrax wins. Fatality. Как называется? Растворись! О, наш друг Сектор. Это должна быть серьезная битва. Сектор же считает Сарекса предателем. Потому что у них разошлись мнения по поводу вообще событий, происходящих в клане. Ну давай, подожги меня. Ты... Че, я ж горю вообще, как не знам кто. Ой! О, почему не этот самый, не сработало завершение этого удара? Из-за того, что несколько ударов было нанесено нехорошо. Блин, я знаю, как ребята классно тут со взрывчатками играются и комбо типа устраивают, но мне это как-то вот не светит сделать. Даже вот не вышло. Это печально. Так что с кем-нибудь таким, если бы я начал биться, играя тем же Сайрексом, то у меня бы ничего бы не вышло. Видите, как меня это делает? Гаденыш, Сектор, блин. Может, ты подпрыгнешь, а, чувак? Ну, давай, подпрыгни. Ну, я сам это запорол, короче, блин. Тихо-тихо-тихо-тихо. Нет. Ну, тихо, блин, ну все, у меня сделано. Так и знал, что с ним будет тяжелая битва. Фу. Сам отхнулся, блин. Вот, мне кажется, это какой-то бесполезный удар, блин. Вообще кто-нибудь его успевал сделать? Во, как ты это сделал? На тебя, блин. Вщи, вщи. Лоу-кик, лоу-кик.
Нет, я разозлился, ты в курсе? Черт, нет, ты не в курсе. Ну, чё ты, чё ты? Чё ты хочешь? Ну чё ты? Уха! Отлично! Попался! Так и знал! Нати! Ух ты, ракета прилетела после телепорта! Вот сейчас надо было не то сделал. Назад вниз, назад, вперед, квадрат! Назад вниз, назад, вперед, квадрат! Ну пошел ты! Не получилось фаталити 2 на расстоянии прыжка. Жалко, обидно, обидно. Ладно, на Скорпионе будем пробовать. Вечно мстит всем и вся. Только можно-то уже. Кстати, хорошо, фишка хорошая, да, что в МКХ должны будут у каждых, в зависимости от того, с кем ты дерешься, соответственно, будут разные фразы высказываться. Больше, видимо, подходящих по сюжету, чем здесь. Потому что это реально однообразно, когда он одно и то же говорит. Вот и все, откуда ты его хрен поймаешь? Из-за его, ну, этого. Да ты достал меня, Скорпион! На тебе, блин! Раунд 2. Файт! Ать, не успел! Ать, не успел! Зато Скорпион все успел! Тебе, блин, зараза такая! Ух ты! Ух ты! Гаденыш! Так тебе подсечки мне ставить. Ну почему? Ну сейчас он тоже прыгнул. Все, мне хана, по-моему. Ну блин, ну вообще дебильный вот этот удар, скачок. Ну вот реально, неужели он кому-нибудь был полезен когда-нибудь? Так, так можно проиграть. Я уже начинаю проигрывать. Я хотел X-Ray, но я, ладно, Breaker. Breaker лучше, чем X-Ray. Он предохраняет меня от повреждений полученных. Сволочь такая. Я ведь тоже умею телепортироваться. Зараза. Во, это мне хотя бы помогло от телепорта уйти. Да иди ты вон! Сука! Получи! Назад вниз, назад вперед, квадрат на расстоянии прыжка. Назад вниз, назад вперед, квадрат. Опять правый глаз подбили. Можно было бы эту сетку также пускать прямо в начале боя, и бой был бы завершен. Но почему-то он в нее ловит, вместо того, чтобы вот так вот расчленить. Кына.
Кена, наш любимый Кена. Ну, сейчас мы тебе морду тут начистим. Safety's disabled. Combat mode engaged. А ведь Кена был на фабрике, которая производила этих киборгов в сериале Mortal Kombat. Как он там, Legacy назывался. Он с ними связан, короче, со всеми. Так, ладно, разбазарить надо начать что-то делать. Он тут непонятные штуки творит. О, наконец-то вышло. Почему ты у меня апперкот не сделал, братишка? Ну вот, наконец-то, вот эта тема. Я помню, что там многие как-то сначала бомбы подкидывают там, вот, типа того делают, но... На, нам этого достаточно. Попался, попался, браток. А если я сделаю усиленную эту штуку? Не получается пока, ну ладно. У меня почему-то не всегда получается вот это. Ух ты, ты! Пишу первый раунд, он уже выиграл. Все, я зол. Что это мне дает? Вот тебе! Блин, ну почему я не зажал захват? Надо за все! Ты сделал нас такими, да? Ну не он сделал на самом деле. Ну, типа Линквей там, там. Ну, в сериале он был замешан. Блин, как же мне связать эту пилу с комбо? Это же можно было делать. Есть! У-у-у. Сегодня ты у нас за все заплатишь. Бородатый. Бородач. Лежать. Раунд 3. Файт. Как же тут правильно сделать-то? О! А зачем я его хватаю, интересно, вот это? Сложно понять, что это за... Да почему? Ну ж нажал же я! Ах ты! Упадал по башке. Это ты заслужил. О, нифига, как ты заблокировал из сетки-то! Фу, это же уму непостижимо, я сейчас проиграю! Я проиграл! Ты мне доплюешься, не плюй в Сайрекса, потом с него сосать будешь. Фу. Safety's disabled. Combat mode engaged. Поиграем в ножички. Round one. Fight. Да, зря. Надо как-то это все разноображивать. Хотя бы вот в следующий раз. Душ. Может, наше прохождение сегодня закончится на Кэна? Он слишком крутой для нас оказался. Остается только X-Ray делать. Больше нечего. О! Крутилки, ну мать твою! Да что такое, ну? Мужик, ты охренел? Да блин, он что-то вообще обнаглел. Ладно, хоть тут повезло. Ух ты, тварь!
думать, я просто играю. Что такое-то, блин? Офигеть. Что ж такое-то, а? Вроде бью. Но не выходит. Да то я знаю, что мы будем биться шакан, мы будем постоянно ему телепортироваться за спину. И он ничего нам не сделает, но до этого надо побить Кэна. Раунд 1. Файт! Да ты наглец! Как ты все через жопу-то? Сам налетел, урод! Сука! Да почему сетка сейчас-то не пустилась? Вот все нажимаю как надо и... Чего, брейкер, сволочь? Блин! Да! Нет! Когда Кэнон для меня был сильным противником, я такого не припомню! Неужели с Айриксом я так хреново играю? Сайрекс выиграет. Раунд 2. Файт! Телепорт не успел сделать. О! Вот оно что, да? Вот оно! Как же так-то? Блин! Сука! Отпусти, тварь! Есть! А еще не все! Еще не все! Так, так. Пьет не спрятан за треугольник. Ну просто он заслужил это реально. Блин, это еще только седьмая эта ступень. Пора бы уж было Шаукана давать нам после таких мучений. Safety's disabled. Combat mode engaged. Police brutality coming up. Round one. Fight. Да ты, сука, наглеешь! Зачем он сейчас это сделал? Это я не понял. Я даже не нажимал этого удара. Порой такое ощущение, что джойстик вообще творит что-то неописуемое, что он это... Не я хочу и не нажимаю. Блин! Нет, ну нет, ну страйкер! По мордасам страйкеру! По мордасам страйкеру! Все, просто я сейчас тяжелую артиллерию пущу! Я так его пущу! Тихо! Да ж ты что стал? Мне тут предвидеть все, что я делаю? Да нахрен надо! На, вот так тебе!
На, ура! Вот это печально. Это печально, это сразу как-то расстраивает. И... блин. Знаете, я еще сетку не использовал. Зараза, на? Понравилось? На тебе, блин, урод. Ах ты, ты так, да? Ай! Что за комбо нахрен? Ха-ха-ха! Блин! Как же так-то? Не, ну ты сегодня меня на экстрей нарвешься! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Он не хочет проигрывать? Я знаю, я тоже не хочу. Есть, блин! Ну, поучу тебя уму-разуму, убивать не буду. Подходим к финалу, который будет длиться столько же, если не дольше, чем мы до него доходили. Safety's disabled. Combat mode engaged. Your soul is mine. Было с первого раза-то, а все-таки. Хотелось бы. Что за звук? Он меня что, решил специально, что ли, таким звуком меня ошарашить? Да хотя бы с ноги-то дам, нет? Ах ты, тварь! Все, так даже не буду терять надежду, даже не надежду, тратить время, я потрачу X-Ray и не буду рисковать, короче, вот так вот. Ну чё, понравилось, а? Ух ты! Ух ты! Ух ты! Падла! Эй, тип, я ж только что телепортацию нажал. Ух ты, блин, он телепортировался из моей сетки. Так. Сука. Вот он этот удар может сделать, блин. У него получается, а у меня не получается. Все, все, конец кудеснику. Шансунга нужно было умертвить. Только хреново, что он в моем обличии. Это неприятно это видеть. Что-то со звуком у них, я не пойму. Надеюсь, это не у меня, а именно в игре. Какой-то косяк непонятный. Горка. Горка. Пошли кататься на горке. Safety's disabled. Combat mode engaged. Как
знал, что уже начинается телепортация. А вот дальше что делать, я не знаю. О, черт, вот это хреново. Да. Так, надо думать. Сетку там поймается? Поймается. Только вот я удар неправильно сделал. Блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что ты... ты же сломаешь мои микросхемы. Все, хана. Перепаивать придется. Вот на тебе тогда. Мне все равно уже умирать. Смертник. А, так ты знал. Слабак, даже фаталити мне не сделал. Слюнями брызгать умеет. Ладно, старая традиция, бьем в прыжке ногой и все. И не паримся. С такого расстояния почему? Да так мало жизни я у него отнял. Да почему сетку-то он? На тебе тогда вот, вот так и будем. Ай! Ты что, ты крутой что ли? Крутой что ли? Давай еще раз прыгни на меня. Черт, я сказал прыгни, а не схвати. Ладно, так сделаем. А ну уже опять умирать. Терять нечего. Давай, 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 давай. Да что ж, не успеваю. Я не успеваю подпрыгнуть, я вроде нажимаю вовремя, а он бьет меня, и все, блин. Давай, блин, босс долбанный. Зря мне нельзя фатальти, я бы распилил бы тоже на все части. Сколько бы конечностей лишних образовалось. Блин! Ну что такое-то, блин, а? На! Ну чё? А, блин! Ах ты! Тварина! О, как я так сделал? Круто, блин. Побольше, отнимай, побольше. Зараза, блин. Давай, есть, блин. Урод, а? Раунд 2. Файт. Да что ты?
блин, хотел апперкот же сделать. Не слушается у меня крестовина порой, вот реально. На тебя, урод, блин. Ах ты, тихо-тихо. Ах ты, ах ты. Что, разошелся? Не на шутку. На, урод. Подарочек. Все, самое легкое позади. Осталось самое неприятное. Я киборг, я послан из будущего тебя уничтожить. Не уверен, я это сказал, так что вряд ли получится уничтожить. Ого, во, хрен, я так думал, сейчас я буду телепортироваться, ты мог за спину апперкоты делать, ага. А он вот так вот, гад, поступает. Блин, блин! Ну, давай, иди сюда. Все, ну я, наверное, сдохну, скорее всего. Ну ладно, поприкалываемся над шелкашкой. О! Удачно вышло. Но жизни мало все равно осталось. Вряд ли я с первого раза смогу его победить. Это шелкашка все-таки. Ах ты, сука! Так... О, блин, я думал, мне повезло, и я сейчас, ну, зараза, мне не повезло. Нет. Ну, блин, вот урод. Не, ну это смерть. Это смерть! Это смерть! Это смерть! Да. Но все-таки с Арексом, блин, я был близок как никто. Телепорт вещь, конечно, хороший, но только когда его использовать, непонятно. Он... Блин, не знаю, в общем. Должен был пропускать удары после телепорта, но он не пропускает их. В плане случаев. Вот сейчас вот, да, ага. Надо, короче, его обманывать. О! О, блин, вот тут надо было. Ох ты, блин, урод, стоит мне в лицо смотрит, даже поворачиваться стал как-то, не стал. А! Да что за урод? Да блин, у меня кнопка залипла, не работает телепорт. Давай, сука, давай. Да блин, телепортируйся, ты. Да. Фу, блин. Пальцы не слушаются.
урод! Урод! Я знал, что он не устоит замахнуться мне ногой в это время ему X-рейку. Он никогда не устоит против того, чтобы дать кому-нибудь по щам этот шаукан. Шауканистый! Блин, телепорт не успеваю сделать. А! Что-то он разошелся, шаукан! Дед, что это? Что ж такое-то? Телепорт опять не получается. Это главная фишка Сайрекс сейчас. Отлично. Сейчас можно сразу, когда кинул кувалду, он неуязвим. Точнее, уязвим. Блин, я прям к нему в лапы телепортнулся, блин. Отлично, отлично, отлично. Мы идем к цели. Правильным путем. К успеху, я бы сказал. Такое. Есть! Ха-ха, бомбочку кинул, нормально, да? Yes! Что еще можно сказать? Мы сделали это и гораздо быстрее, чем в предыдущих видео. Со второго раза победили Шаукана. Сектор стал новым повелителем Лин Куэй и послал свою армию. Но Сайрекс стоял в такой позе, как хищник. И, короче, всем надавал люлей. Was not counted among the dead. Cyrax was offered sanctuary at the Wuxi Academy, where he had begun a new life as an honorable warrior of peace. Там Elder Gods, там, или кто там. 26-25. Конечно, не мешало бы как-то попробовать его в мясе, но я не уверен, что у меня им хорошо получится играть, потому что, ну, я это чувствую, что потенциал я не раскрыл. Что ж, не забывайте ставить лайки, чтобы такие видео продолжались на нашем канале. С вами был Раштанидзука, до новых встреч!